Всем привет, уважаемые зрители! Я думаю, что многие из вас любят путешествовать, ходить на природу, отдыхать на природе. И в этом небольшом ролике я хочу рассказать вам о вот такой вот маленькой портативной газовой горелке. Собственно, сейчас мы исходим на природу и ее испытаем в полевых условиях. Вот таким образом я расположился, друзья, на берегу замечательной, красивой Западной Двины. Пришел с семьей отдохнуть, позагорать, ну и взял с собой заодно радио 817, батарея, солнечный контроллер, антенка у меня штыревая телескопическая, в одном из видео я вам ее показывал, батарея солнечная. Такая вот газовая горелочка, сейчас я вам ее покажу. Ссылочка на нее будет в описании под видео. Вот такая вот горелочка складная. Сейчас мы ее попробуем с вами распалить и приготовить даже что-нибудь на ней. Также еще мне пришел набор ложка-вилка и ножик складной. Вот такие вот складные инструменты. Это ложка. Вот вилочка. Вот такая вот вилочка складная. И ножик, правда, не знаю, можно ли что-нибудь этим ножиком резать, но я думаю, хлеб отрезать, масло намазать им можно. На все на это я оставлю ссылочки под видео. Давайте приступим, распалим горелочку нашу, подсоединим баллон и попробуем что-нибудь закипятить воду и приготовить еду. Соединил я баллон. Вот горелочка горит. Использовать будем котелок, я уже вам показывал, такой вот армейский. Налью его не полный, но вот по эту линию, наверное, налью воды. И приготовим вермишель быстрого приготовления с тушенкой. Газовая плиточка наша горит. Ставим котелочек и делаем немножко побольше огонек. Не такой, конечно. И ждем, когда это все у нас закипит. А я засекаю время. Эко Виски 6 Радио Новембер. Водичка закипела, примерно 7 минут потребовалось, 7-8 минут. Ложим нашу лапшу. Добавляем приправку. И добавляем домашнего трофейного тушничка. Будет очень вкусно. Все это перемешиваем. И сейчас закроем крышечкой. И будет вкуснотища. Дорогие друзья, портативная газовая плитка работает замечательно, закипятила воду очень быстро, я считаю, что это быстро. Спокойно я могу порекомендовать вам эту плиточку, брать с собой на природу и готовить там себе перекусить. На этом буду с вами прощаться, спасибо за просмотр, до скорых встреч, пока-пока!